Добрый день, уважаемые жители Бодрийского района. 3 сентября – День солидарности борьбы с терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году федеральным законом о днях войск и славы России и связана с трагическими событиями в Беслане в сентябре 2004 года. В результате теракта погибли более 300 человек, среди них более 150 детей. Сегодня, вспоминая жертв Беслана и Буденновска, Каспийска и Кизляра, захвата театрального центра на Дубровке и при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске, Волгодонске, трагических событий августа 1999 года и всех террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, мы едины в своем намерении всеми силами противостоять терроризму, как национальному, так и международному, не допустить разрастания этого преступного безумия. Братья, в глазах, как живое,
сын Дагестана, лесиный герой. Кавказские горы скромно молчат. Работайте, братья! Кавказские горы, седые вершины, в горных ручьях не вода, хрусталь. Синее небо, крик журавлиный, люди, как скалы, люди, как сталь. Работайте, братья, в глазах, как живой. Сын Дагестана, России герой. Кавказские горы скромно молчат. Работайте, братья, работайте, братья, в глазах, как живой. Сын Дагестана, России герой. Не оборвет больше ни одну человеческую жизнь.